програма «Класна екскурсія». Сьогодні пропонуємо вам стати дизайнерами одягу і створити власноруч модну унікальну річ. Нас запросили на один цікавий майстер-клас. Дивіться уважно, запам'ятовуйте та робіть усе так само, як і ми. Сьогодні у нас майстер-клас по розписі футболок. Будем расписывать специальными акриловыми красками, которые останутся на футболке навсегда. Не нужно будет никак закреплять, они хорошо стираются. И рисовать будем сегодня собачек, символ 2018 года. Нужно расправить футболку, расправляем. И подложить досточка у вас, у каждого есть специальная, чтобы не вымазалась задняя сторона. Подкладываем досточку под лицевую сторону футболки. И так подложите, вот примерно, чтобы рисунок был посередине футболки, досточку тоже где-то не под горло и не снизу, посерединке. И картинку подкладываю под футболку на досточку. Так, и у каждого есть такие прищепочки. Закрепим футболку с рисунком, чтобы в ходе работы не двигалась она. Вот. С двух сторон закрепите посерединке. Вот. Теперь у каждого есть карандаш и обводите контур собачки на футболке. Так можно рукой и веди линию, не бойся. Если что, потом что-то будет не так, карандаш при стирке сотрется хорошо, поэтому не бойтесь. Для того, чтобы нам сделать рисунок на футболке или на любой одежде, нам понадобятся специальные краски для ткани акриловые. Их можно купить в любом художественном магазине. Вот. Еще есть, когда наносится рисунок красками основными, еще есть специальные контуры, чтобы выделить рисунок, чтобы хорошо смотрелось, аккуратно было контур специальный после этого. Вот. И в футболке сам рисунок долго сохнет, потом по завершению нужно прогладить будет утюгом сам рисунок с изнаночной стороны, чтобы закрепить его. Да, можно рисовать на ткани, из натуральной ткани, не на синтетической, потому что будет и растекаться, и проходить краска некрасиво. Должна быть натуральная ткань. Можно даже на джинсе рисовать. Красиво получается. Там детали так уже не вырисовывайте, это мы потом будем смотреть на картинку. Главное сам контур обвести собаки и цветов. У каждого есть рисунок карандашом. Будем собачку нашу раскрашивать.
Для этого вот краски специальные, у вас у каждого есть стаканчик с водой, и тарелка будет служить нам палитрой. Основной цвет у нас коричневый, начнем с мордочки собачки, поэтому берем коричневый цвет, я вам каждому налью сейчас. Для рисунка подойдет только акриловая краска, вот специальная для ткани должна быть. Именно она не сотрется при стирке, не будет трескаться, хорошо будет носиться. Но она, чтобы для полного высыхания, она будет долго сохнуть на футболке. И главное, там подкатайте все рукава, пока будете работать с краской, чтобы не вляпаться в нее. Не выстирается. У каждого есть кисточка большая. Я вам дала сначала большую, чтобы мы зарисовали мордочку собачки большой кисточкой, а потом уже будем вот ворсинки, шерсть рисовать более светлым коричневым, более тонкой кисточкой. Начинайте. Смотрите, нужно сначала макнуть в воду немножко, чтобы просто кисточка стала влажной, но много воды на ней не должно быть, иначе будут разводы на футболке. Немножко макнули, цвет хорошо, и не бойтесь держать. Не бойтесь разрисовывать, как обычную раскраску. Зарисовывайте собачку. Если вы захотите таким дома заняться, например, сначала всегда вот мы начинаем с чего-то, чего больше всего на рисунке, с главного. Вот здесь у нас лицо много занимает места, и мы сначала начинаем с него. Потом, например, будем рисовать цветы, пока лицо высохнет. Потом будем шерсть рисовать. Поэтапно работа происходит. Берите краски больше, не бойтесь. Главное хорошо зарисовать, чтобы не было видно белой подкладки футболки. Глаза обходите, не зарисовывайте глаза, нос. Рот можете зарисовывать, мы потом черным этим контуром красиво нарисуем. Краска вот какая-нибудь светлая, темный цвет уже не перекроет. Если вы хотите желтым потом нарисовать, уже не будет красиво, будет темный грязный цвет. Поэтому обходите и цветы, которые у нас светлее, чтобы не зарисовать их. Если зайдете на нос, то ничего страшного, что нос у нас, например, будет темнее, чем коричневый, черный, поэтому можно будет даже по коричневому пройтись. Намешаю более светлого коричневого, потом ворсинки нарисовать на собаке.
так аккуратно, тоненько макай и делай как ворсинки, вот как у той собачки. Бери больше краски и зарисовывай глаза. Серым можно на носу вот оттенить немножко сверху, так что он как будто не плоский будет, а такой объемный. Це програма «Класна екскурсія», і сьогодні ми розписуємо футболки акриловими фарбами. Спробуйте і ви створити таку річ у себе вдома. А мы просто нарисуем полосочки, вот как по контуру здесь. Здесь нужно быть внимательными, рисовать ровную линию аккуратно. Бери отсюда, пробуй. И так вот, смотри, давай я тебе покажу. Вот плоской стороной, вот этой вот, вот плоской, вот так вот. Не ложи кисточку, чтобы была ровная линия. И веди, не бойся. Вот тут уже как хотите, какой хотите цвет берите, и желтый есть, такой вот и розовый можно, фиолетовый, оранжевый, можно мешать, с белым намешать, будет более розовый.
Вот, начинайте с этого цветка, большого вот этого. Можно голубенький. Контуром можно завершить работу, там, где неровные края, например, обвести более красивее, сделать, выделить какую-нибудь деталь. И если какие-нибудь такие тонкие участки, вот на глазах, где неудобно кисточкой, контур острый и удобно будет нарисовать. Когда мы уже завершили наш рисунок, я сейчас вам выдам фен, мы феном посушим работу, чтобы вы смогли домой ее забрать. А дома нужно положить на рисунок какое-нибудь полотенце и прогладить утюгом хорошо, чтобы закрепился рисунок. И все, можете потом носить. Вот такую футболку вы можете сделать себе або подарунок своим подружкам. Желаем вам натхнення! До встречи на канале ЮАСУМИ! Кажется, что такой собаки ни у кого не будет. Мне это очень понравилось, и получились очень красивые, яркие рисунки. У каждого получилась яркая и особенная собака.